Друзья, всем привет. В общем, снова на рыбалке. Значит, у нас я приехал сегодня пораньше. У нас сейчас в районе 9, наверное, часиков, да, 9:30. Лодку я уже накачал на воде. Сейчас забираю вещи, приехал на мопедке сегодня. Сегодня еще Серега приехал. То есть мы как-то рыбачили уже на зимнем этом, на жерлице здесь также с Ама. То есть и у него тогда, конечно, поймалась, у нас мелочь. Ну, обратно сегодня будем пробовать. Будем плавать. То же самое озеро. Да, оно уже поднадоело постоянно. Видео про щуку. Ну, тем не менее, это осень. Это такая пора, когда щучья пора. То есть нужно ловить. Не зря мы ждали, грубо говоря, год вот этой осени. Для того, чтобы половить щучку. Потому что это одна из самых таких ярких рыбалок. Ну, лично для меня. В общем, с самого утра будем плавать, не знаю, до вечера или до обеда, как уже получится. Ну, не то, что как получится, по клёву будем смотреть. Немного поднимается ветер, минус один было утром. Сейчас уже, так сказать, поярче погодка. Ну, уже скоро будет перемена. Вроде бы будут начинаться дожди, поэтому мы и приехали. Ну, и в дожди будем пробовать. В дожди тоже, может, даже клёво будет и получше. В общем, сейчас все бросаю в лодку, выплываю, начинаем рыбачить. Рыбачу на силикон, взял немного воблеров. Ну, в основном буду упор давать на силикон. Еще взял еще одного цвета, оранжевого силикон. Буду попробовать периодически разлавливать его. Ну, если будут, конечно, поклевки. В общем, как-то так. Будем начинать. Так, спиннинг. Сачок. И свои все вещи вот сюда. Ветерок, ветерочек. Вот утки полетели. Немного испугнул их. Где-то отсюда я и буду начинать. Серега поплыл на ту сторону. А я буду начинать вот с этого места. Все-таки здесь, мне кажется, оба с первого заброса и уже взяла. Вы видели? Небольшая, маленькая, с первого заброса. Серега, я уже первую с первого заброса поймал. Вот такая вот, шнурочек маленький. Пускай идет. Это, конечно, плохо. Если с первого заброса начинает ловиться рыба, то, как правило, дальше она уже и не хотит ловиться. Ну, попробуем. Вот говорил, Серега там тоже поймал. Значит, все-таки это, возможно, она и будет поклевывать. Может, не все так и плохо, как мне кажется. Может, она по чуть-чуточку будет поклевывать. Это будет хорошо, если так. Вот еще одна взяла. Вот. Тут побольше немного. Вот такая вот щучка. Стояла здесь в углу, то, что я и говорил. Я увидел, как мелочь. Хотя я бросал сюда и поппер, и квокер. И ничего. С той стороны никак, а с этой провел, вот взяла. Вот еще одна. Вот прошло минут, я не знаю сколько. Все-таки клюнула. Тоже мелкая, даже под саку не буду брать. Тоже вот такая вот. Такая же самая. А, какая щучка. Просыпается. Вот еще одна взяла.
Карандаш, блин. Это вообще мель. Это мелкая. Хорошо, хоть сама ушла. Погода идеальная. Но не для щуки. Для рыбалки. Вот. Ну это ж. Ну чё, такая. Не такая, как последний раз была мелкая, но тем не менее. Ушла. Ушла. Ну вот, только сказал, что ей все равно. И все-таки клюнула одна еще. Небольшая тоже. Щучка-то. Вот такая вот. Щуренок. Вот, я увидел два всплеска. Вот она где-то там вот в углу стоит. Сейчас я попробую. Вот там вот был всплеск и там немного. То есть она где-то здесь и стоит. И это 100%. Сейчас попробуем поймать ее. Вот. Вот взяла. Взяла. Взяла она. Я же говорил, что у нас здесь. Так, ну и где-то здесь и вторая стоит. Где-то. Где-то здесь и вторая стоит. Сейчас будем искать. Может, там в углу. Вот там вот может. Вот. Там что-то есть. Это точно. Мелочь-то как расходилась. Значит, что-то там еще присутствует. Что-то там плавает. Знать бы что. Сейчас попробуем поймать ту щучку. Вот там, наверное, она. Вот, вот еще один. Куда? Вот очки. Есть она. Есть она. Опа. А, тоже мелочь. Ну вот, друзья, 12 часов у нас уже. В общем, поклевки есть, но толковых нету. Значит, было у меня, наверное, около 8-9 поклевок. Там некоторые сходы были. Ну, такого, чтобы реально, блин, хорошая щучка или забрать ее, то есть нету. В Сереге, да, в Сереге была одна, он поймал. Килограмм на полтора, он говорил.
он ловит на колебалку, я на силикон. Ну, я думаю, даже это не принципиально, принципиально попасть на крупную щуку, если там рядышком будешь проходить и забросишь под нос, конечно, она должна клюнуть. Сейчас пью кофе, выровняю поводочек, потому что он немного призагнут. Выровняю поводок и буду дальше здесь облавливать и по другой стороне уже тянуть. И потом все-таки, наверное, еще выйду на мель, попробую на мели. Ну, должна она быть. Вот прямо тоже начала мелочь расходиться. Наверное, все-таки еще есть какая-то мелкая щучка. Ну, сейчас пару раз заброшу и буду пить кофе. В общем, у нас уже 1:30. Последние часа полтора было только 2 удара. Ничего поимок не было. Короче, вот тишина, поднялся ветер. Ветер такой сильный. Но рыба что-то бастует. Но я еще не уезжаю. Буду все-таки надеяться на то, что вечером клев возобновится и будет начинать поклевывать. То есть оно здесь такое вот интересное место, где клев своеобразный. То есть он зимой в одно время клюет, блин, летом другое. То есть и он стабильный. То есть если зимой с 8 часов первой поклевки, то это буквально плюс-минус 4-5 минут, и они есть действительно. Но сейчас не хочет. В принципе, уже было такое, мы приезжали, и не раз было такое, ты приезжаешь вот так вот, 12 часам там, начинаешь рыбачить, 1,5-2 часа вообще нету ничего. А потом оно под вечер как-то начинает поклевывать. Возможно, еще ветер чуть утихнет, и будет все хорошо. Ну, я сейчас этот еще под этой стороной я пройдусь, побросаю, и все-таки где-то буду на мели там стоять, ждать вот. Когда начнет выходить, потому что там есть крупная щука. И хвост у меня откусила она, блин, такая, я думаю, не мелкая, потому что не было ни дребезжания, она просто перерезала и все. Ну, а там, бог ее знает, посмотрим. В общем, обратно я сейчас попью кофе и буду плыть дальше понемногу. Вот здесь только что мутанула щучка. Я в надежде ее поймать. Она же где-то стоит рядышком. Вот был удар. Блин. Был легонький удар. Но что-то она... Очень легонько как-то. Значит, она где-то там еще. Сейчас попробуем за вторым разом. Если, конечно, она за... Вот, еще был удар. Вот что ей не так? Хвост закинула. Что ей не нравится? Щучка-то есть, и она здесь ходит. А вот что ей... Почему она... То ли она очень маленькая. Вот, все-таки взяла. Вот. Вяло так дело, да нет? И щучка, блин, не маленькая. И как-то она только с третьего раза у меня взяла. Ну как, относительно среди всех тех, что были, вот эту можно и взять уже. Ай, ну почему она... Вот, и заглотила же полностью. Но только, блин... С третьего раза, а так были толчки, и никак она не могла. Вот такая вот щучка, вот эту можно взять. Вот клюнула еще одна мелкая, правда. Ну что же это за щука? О, хоть сама отцепилась, блин. Ну что это за щука? Как они меня достали? Ну это хоть... Ну как достали? Оно-то удовольствие. Получил.
Просто хотелось бы побольше. А вот еще одна. Вот еще одна. Шнурочек вот такой. Щука. Вот видите, вот. Вот на мели. И вот такая вот мелкая. Вот она клюет, блин, зараза. И должна, в принципе, клевать. Ее здесь немало. Но что-то она... Вот повезло, блин, за три заброса. Вот два, две поймал. Хотя днем здесь же плавал. И не было ничего. Вот был удар. Вот такой. Слабенький, слабенький. Возможно, даже окуневый. Вот здесь надо ее и искать. Она вот, вот села все-таки. Вот тоже ж маленькая. Да. Вот такая вот. Но это, мне кажется, не та. Вроде бы вот там вот еще волна пошла. Друзья, ну вот и все, в принципе. Буду я уже ехать домой. Был вечерний выход, не такой, конечно, длинный. Он, наверное, может, часик продлился, не больше, я думаю. Значит, поймал я одну такую, что забрать. Много было, ну как много. Наверное, я не знаю, наверное, около 10, может, немного меньше я отпустил. И получается, еще были удары. Два раза откусила хвост, раз полностью, а раз, конечно, там уже, наверное, я ничего не сделала с этой силиконкой. В принципе, рыбалка неплохая. То есть, в заброс выплыть, да, пускай там нету там больших, хотя и больших, большая щука здесь есть, то есть, ее поймать просто нужно. То есть, ну, не хочет она ловиться, вот так вот. Не было у меня сегодня крупных, я не скажу, что там были сходы там крупные, нет, все, мелочь. Ну, все-таки удовольствие я получил. То есть неплохо. Погода была хорошая. Да, немножко ветер. Сейчас вот тишина вообще. То есть вообще прекрасно. Ну вот, щучки. Щучка мелкая здесь и все. В общем, как-то так. Не знаю, сейчас уже буду выплывать. Буду собираться, потому что еще надо собрать все. Сегодня же я на мопедке. Надо все собрать, все запаковать. И еще доехать. Доехать там недалеко, в принципе. Как-то так. Я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.